Концертом, сладкой ватой и мороженым отметили День соседей на Заречной улице. Праздник жителям деревни Марусино подарила управляющая компания «Забота о доме». В атмосферу веселья и радости окунулся Богдан Колесников. Праздник открыли творческие коллективы округа. Вместе с артистами пели и танцевали и дети, и взрослые. Особенный восторг вызвала анимационная программа с играми и загадками. Нам очень весело, мы играем, танцуем. Такого раньше не было. И мне как бы просто удивительно, если честно. Чтобы такие праздники постоянно повторялись. Многие пришли целыми семьями. Жители Заречной улицы своих соседей знают, но близко не общаются. На празднике появилась хорошая возможность познакомиться лучше. Появились новые подруги, их очень много, даже постарше меня. Праздник этот классный, площадка хорошая. Спортивный игровой комплекс открыли месяц назад. Праздник, который объединяет людей, живущих рядом друг с другом, здесь проводят первый раз. И точно не последний. До конца лета День соседей придет в каждый двор. На Заречной улице в Марусине праздник объединил более 200 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.